А мне всегда так хорошо. Самое дальше нет. Да, слава Богу. Все, вы уже все защищали, ваше вот тут уже на стадо вивиться, так сказать. Да. Пасти стадо. Кормить вовремя. Вкусно і сильно. От. Мальчик, воскресенье. Сейчас у нас. І сильно. Смачно і сильно. Аллилуйя. Аллилуйя. О, слава Богу. Так. Давайте вместе, братцы, поставимо. Сюда, чтобы никто да. Не спотыкался. И начнем тогда с молитвы. Вот. Сегодня, в это воскресенье, благословляем Бога всемогущего, благодарим Его и воскрешаем Евхаристию, хлебопреломление, причастие. Спасибо Тебе, Господи, за все. Благословенный Бог наш, Царь Вселенной, Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Боже, благослови Господь нас. Благослови на служение, благослови наше Бога. Боже, Евхаристию, это хлебопреломление, причастие. Боже всемогущий. И Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Твое, там и Ты посреди них. И мы собрались во имя Твое, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Во имя Иисуса Христа мы собрались. Аминь. И благодарим Тебя, Господь Божий, за таинство Твое, совершающееся тело и крови Твоих. Боже всемогущий, потому что мы искуплены от суетной жизни, преданы нам от отцов, не золотом, серебром, не чем-то другим, а именно кровью Твоей святой, кровью Агнца Божьего. Благодарю Тебя, Господь, за кровь святую, божественную Твою святую кровь, которой мы искуплены, Боже всемогущий, которой мы прощены, которой мы освобождены, исцелены, благословлены. Слава Тебе, Господь, за голгофские страдания Твои. Слава Тебе, Господь, за любовь Твою, которую Ты доказал на Голгофском кресте. Слава Тебе, Господь, Бог Святой, Боже наш. И благослови наше собрание сейчас, благослови нас, Господь Божий, в этом хлебопреломлении, в этой Евхаристии, в этом причастии. Боже всемогущий, слава Тебе. Слава Тебе и хвала, Господь. Аллилуйя. Аминь. 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 Помолитесь, Боже, братья. Дякуємо Тобі, Боже, що Ти забрав нас Божим крилом. Крилом, власне, Боже. Ми звідки лише прославити ім'я Твоє, що побути в Твоїй присутності. Ми знаємо, що Ти любиш нас. І любов не в тому, що ми полюбили Тебе, а любов в тому, що Ти полюбив нас, Господи. Ми дякуємо Тобі, що ми дишимо, що Ти дишимо Тобою. Ми дуже благодарні, благодарні за це. Господи, дай нам достойними причастя. Хто согрішив, я согрішив за цей час, Господи, прости, Ти знаєш, прости мене, Господи, омий мене своєю святою кров'ю, Твоєю Ісуса Христа, Ісус чистив, освяти, обіли, постав перед Тобою, достойним Тебе. Господи, ми стремимося до Тебе, до обожень, обожень наш, обожень, Господи наш. Дякую Тобі, Господи. Благослови нас, благослови всіх, хто подобається зараз, благослови всіх наших прихожан.
вами прелюбимый. Ты, Господин, жадный, и к Тебе молю, Господь, Тебя, Боже, молю о том, чтобы Ты выслал делать Тебе на жатву свою этого времени последнего. Слава Тебе, Господь. Боже великий, слава Тебе. Слава Тебе. За Голгофу, за Аллилуйя. Да. Аллилуйя. Да, это так. Дети, что?
Да, да, слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Да, здесь сообщает, что там уже место. Да. Воскресенье.